Всем привет! Снова у меня распаковочка сегодня. Начнем с небольшого пакета. Чего у нас тут больше нет? Так, и это картридж. Всем известный, многим любимой аркады, даже не то чтобы любимой, просто, ну, не знаю, не видел бы ни одного человека, который бы не играл эту, ну, не конкретно эту, а вообще в игру с этим персонажем. Пэкман. Вот Пэкман Супер Нинтендо. Вот такой вот картридж. Немножко пожелтевший эта часть. Ну, само собой, время никого не щадит. Видимо, как-то лежал так вот на полке и немного пожелтел. Ну, это дело поправимо, если, конечно, я соберусь этим заниматься. Вот. Ну, так, в принципе, он мне для коллекции пускай лежит. И самая долгожданная посылочка от склада номер 18. Если помните, такой когда-то я у себя на канале рекламировал данный ретро магазинчик с ретро стафом. Ну, кто помнит, тот помнит, кто не помнит, может сейчас уже загуглить и найдет ВКонтакте этих товарищей. Ну, а кто не найдет, тому оставлю ссылочку где-нибудь в описании под видео. Вот. А долго я ее ждал в том плане, что всякого набирал. Ну, как всякого. Были определенные вещи, но их то не было, то еще какая-нибудь проблема возникала. В общем, по-моему, я открыл не с той стороны. Но тем не менее, ладно. Так. Та-там. Сейчас я это немножко вниз уберу. А что у нас здесь? PlayStation 3. Slim. Версия ревизия 3008. Но хочу вас немножко разочаровать. На самом деле там одни газеты. Вот так вот. И помимо газет еще две карабицы с всяким. Знаешь, чем? Так. Вы спросите, зачем мне коробка от Slim'ки 3? Да все просто потому, что у меня ее нет. Консоль есть, а коробки нет. Так что вот, была она у них на складе. Они где-то там написали, предложили. А я не отказался. Вот такая вот штука. Так, две карабицы. Так, начнем с первой. Это у нас... картриджи. Точнее, нет, не картриджи. Коробки. Коробки от картриджей. Фамикомовские. Оригинальные. Со стикерами задними. По-моему, напечатанные уже вновь. Ну да, похоже, они уже на отдельно напечатаны, но не суть важно. Корпус лишними не бывает. Что еще сказать? Вторая коробка.
А здесь у нас блистеры. Так называемые блистеры. Ну или то их блистерами называют, я называю холдерами для фамиконовских картриджей. Вот так вот, ребята. Задумались, да? Для чего мне все это? А вот. Скоро все узнаете. Это какая-то дичь, дичеватая, стоящая 3980 йен, с блистером и с картриджем. Полнокомплектная игра. Скажите, что это такое? Да хрен его знает, что это такое. Она нужна мне для проекта, для очередного, поэтому мне даже, собственно, и не важно, что там. Хотя Capcom, блин. Ладно. Будем иметь в виду, что вот оно у меня есть. И будем к этому равняться. Кстати, прикольно. Даже захотелось поиграть. Такой из большой коробочки, вот такой небольшой ретро-ставчик. Клево, клево. Все-таки как же нравятся мне эти фамикомовские корпуса. Эх, красота неописуемая. И вот еще осталось у меня пару посылочек. Они чуть погодя доехали, поэтому я их как бы в это же видео вставлю, чтобы, так скажем, не растягивать это все, а сделать все в одно место и как бы собирать все, чтобы было компактно. В общем, снова очередная посылочка с Японии. Это картридж Famicom Pac-Man. Всеми любимые, всеми известны. Ну, насчет любимых, конечно, я могу преувеличивать, но тем не менее всем известный Pac-Man 8-битный от компании Namco. Вот такой вот реквизитик. Он мне нужен был. Наверное, вы уже видели это видео, которое там, где он участвовал. Ну и вторая посылочка первого класса. Это посылочка от кластера. Привет, Лех. А здесь. Сейчас я вам покажу, что здесь. Ну, долго рассказывать. Быстрее показать. Так, ну, я, конечно, надеюсь, что там что-то нужно. Так. Как это компактно упаковано. Так. Там-там. А здесь у нас куча всего. Это платы и микросхемы для маппера NROM. NROM нулевой маппер, самый простой, простейший, которым записываются такие игры, как Mario, тот же вот Pac-Man. И я на него буду записывать новую игру, которая вышла совсем недавно, Micro Mages. Вот. Может, кому-то будет интересно, то могу записать. Ну, помимо этой игры, любые другие NROM игры могу записать. Ну, себе буду записывать, по крайней мере. Вот. А там уж, может быть, вдруг кому-то понадобится, запишу ему. В общем, две микросхемы такие устанавливаются. Все это дело программироваться, впаиваться. И, в общем-то, собственно, вот и все. Такие вот у меня сегодня распаковочки вновь. Вот. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.